В первом случае мы, естественно, показываем уникальную культуру наших этнических групп. В этом помогают нам сотрудники культурного центра туристического. К сожалению, они еще не подъехали, но мы их очень ждем. И следующий этап – это, естественно, наведение специальных связей с нашими коллегами, как музея, так и библиотеки, туристического центра. Через что? Через уникальный проект «Этнокнига» и представление наших музейных предметов из этнографической коллекции, сложившей основу нашего музея. Поэтому приглашаем всех к сотрудничеству. Обязательно посмотрите уникальность наших культур. Этнические группы у нас связаны через археологию и с Камчаткой в том числе. Поэтому мы здесь гости совершенно не случайные. И с удовольствием приглашаем примкнуть к истории, которую закладываем как в материальной культуре, как в духовной, так и сейчас в интернет-пространстве Магаданской области.